Во вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, похолодает. Днем минус 11, минус 14 градусов, ночью 13-15, ниже 0. Ветер южный 1-3, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, в светлое время суток минус 11 и в темное минус 11 градусов, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде небольшого снега, днем минус 11, ночью 12 градусов ниже 0, южный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем минус 13 градусов, ночью 15 с минусом, южный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.